В прошлом году вырос экспорт молдавских товаров, при этом доля поставок в Евросоюз сократилась, а в страны СНГ практически не изменилась. Молдова, как правило, отправляет свою продукцию в Румынию, Турцию и Россию. Из России же и привозит больше. Молдова поставила в прошлом году за рубеж товаров более чем на 3 миллиарда долларов, что на 27,5% больше, чем годом ранее. При этом в поставках за границу более 77% составили товары отечественного производства, остальное – реэкспорт. Две трети экспорта составили продукты, машины, оборудование и различные промышленные изделия. Доля поставок в ЕС сократилась за год с 66,5% до чуть более 61%, а в СНГ с 15,3% до 14,8%. Самыми крупными потребителями молдавских товаров были Румыния 26,5%, Турция 10% и Россия около 9%. Первую пятерку закрывают Германия и Италия. Впервые за последние годы продукты питания стали основой экспорта, составив более 25%. Пятую часть поставок за рубеж составило автомобильное оборудование, а промышленные товары, такие как одежда, обувь, мебель и сантехника, около 19%. В свою очередь, текстильные волокна, корма для животных, семена, древесина, удобрения заняли 11% экспорта. За ними следуют напитки и сигареты. Между тем, импорт вырос на 32,5% до более 7 миллиардов долларов. В топе стран-импортеров в нашу страну находится Российская Федерация с долей 14,7%. Китай и Румыния с одинаковой долей в 11%. За ними следует Украина более 9%, Германия и Турция. Как и раньше, больше всего Молдова закупала машины и оборудование, промышленные изделия и минеральные ресурсы.